Здравствуйте! Сегодня хочу показать, как можно просто изготовить контейнер для рассады или виноградных черенков из салфана пленки бывшего употребления. Это пленка из теплицы прошлого года. Берем вот такой туф, каждый выбирает по своему диаметру. Тут я разметил, какую мне высоту необходимо сделать данного контейнера. Под виноградные черенки я беру эту всю длину, это около 27 сантиметров. Вот так нарезал полосками пленку. Черенок берем на 1-3 больше, чем будет высота контейнера. А длину пленки берем 2 окружности данного диаметра туба. Есть поменьше диаметр, есть побольше. В данном случае я использую вот такой туб. И делаю обворот по всей длине этой пленки. Это не получилось два раза обвернуть данный туб. Изгиб начинаю делать, где идет конец заправки пленки. Так, сделал изгиб, дырки здесь делать не надо, потому что и влага так будет хорошо проходить. Все, вот так вот получился наш контейнер из пленки. На дно я засыпаю это керамзит, толщина где-то 2-3 сантиметра беру, чуть-чуть плотнее. Потом беру песчано-грунтовую смесь, делаю такой состав смеси, чтобы вода хорошо проходила к корням данного растения. Засыпаю сюда. Засыпаю больше половины туба, а так где-то чуть-чуть уплотнил. И теперь вынимаю туб. Раньше туб не следует вынимать. Тут потом вот так засыпали все, потом вынимаем туб. Вынули, вот видим какой уровень. Теперь ставим какую-нибудь емкость, чтобы вода туда потом проходила. И проливаем все водой. Вот залил водой. И видим, как вода быстро пошла. Быстро она пошла. Все, вода ушла. В данном случае я беру виноградный черенок и ставлю сюда данный черенок или любое растение. И сверху засыпаем крупным речным песком. Все, засыпал. И теперь делаем еще раз проливку. Все, пролили вот так. Все, данное растение, все посажено. Так быстро каждый может сделать. Любой контейнер по любому диаметру и по любой высоте. Из пленки. Быстро, удобно и хорошо потом, когда понадобится нам вынимать данное растение, чтобы высаживать его уже на постоянное место на улице, то легко это все разворачивается. Очень удобно. Контейнер лучше, чем бутылка, чем какой-то другой посуде. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи! Всего доброго. До свидания.